Итак, всем привет! Мне пришла простая бандероль от компании ООО «Директ Каталог Сервис». Кто не знает, эта компания по-другому «Бонприкс» называется. Что же у нас с вами здесь есть? Первое – это, соответственно, код акции для первого заказа вашей подруги. Это, если кому-то интересно, может посмотреть. И, соответственно, сам каталог сентябрь-октябрь 2017 года. И на первой страничке мы с вами видим стеганый жилет с бархатным принтом. В принципе, неплохой такой вот вариант, но, как я понимаю, он идет без капюшона. Классический стиль. В прошлом видео вы могли видеть, мы с вами рассматривали каталог июль-август. Это уже осенний каталог. Я подробно останавливаться на каждом ассортименте товара не буду, вы можете конкретно посмотреть на сайте, потому что там выбор, конечно же, больше, чем в самом каталоге. Вот, что же здесь мы с вами видим? Конечно, очень популярный стиль вестерн, вот такой интересный кардиган. Из чего же он сделан? 80% полиакрил и 20% ПС, полиэфир, сульфон. Ну, 100%, конечно, по весу он очень легкий, интересный такой вот стиль. Дальше, что мы с вами видим? Цветочные принты вообще в этом году очень модные. И, конечно же, из моды не выйдут принты из со зверюшками, да, и с растениями, там и цветы, и кактусы, и кошечки, и птички. У коллекции магазина InCity вообще, в принципе, всегда в этом сезоне и в прошлом, кстати, тоже были птички, так что это очень популярный принт. Что здесь у нас с вами есть? Ну, вот, в принципе, вы можете посмотреть по ценам. Неплохой такой костюмчик классический. Цена болеро 1790 и брючки стрейчевые 1290. Но, конечно, я бы навряд ли сказала, что это осенний комплект. Это больше, конечно, подходит для лета. Лето, либо вот май, весна. Потому что как-то осенью, ну, знаете, на такие оттенки, которые вот уже больше как бы к зимним относятся, такие вот какие-то, не знаю, терракотовые, такие теплые оттенки, явно не холодные. Так, что же здесь мы с вами видим? Вот очень интересное, кстати, пальто из искусственной шерсти в классическом стиле. Очень оно классное, мне нравится, нравится цвет. Но... Значит, здесь вверх 80% полиэстер и 10% вискоза, 2% эластан. У меня пальто есть, но присмотритесь, кто любит такой стиль, вот широкие плечи, кто любит такое пальто в стиле таком классик, это ваш вариант. Очень интересный. Так, что же у нас здесь? Ну, здесь продолжается еще лето, весна. Можно посмотреть, ознакомиться. Кардиганы здесь есть, посмотрите. Вот тоже неплохое пальтишко в таком вот, с такой вот вставкой. Давайте посмотрим, из чего оно сделано. Это у нас с вами... полупальто называется. Значит, 80% полиэстер, 10% вискоз, 2% эластан. Вот как оно выглядит со вставками. На красном не так видно, на черном видно хорошо. Ну, такой тоже классический стайл. В общем-то, неплохо. Неплохо. Так, курточка вот такая вот тоже легенькая, стеганая, 100% полиэстер, тоже неплохой. Здесь расцветки разные, темно-синий, серый и пастельно-розовый. Вот на этой страничке представлен удлиненный стеганый жилет, но опять же он без капюшона. Мне, конечно, больше нравится с капюшоном. На всякий случай жизни. Так, вот тоже интересно, вязаное пальто, посмотрите, со вставками из серого цвета. Так, пальто, из чего же оно у нас с вами состоит? Давайте посмотрим.
50% полиакрил, 50% хлопок. Неплохое сочетание материала. Должно быть очень уютно и приятно к телу. Так, тут у нас с вами продолжается кружевной тренд вообще, в принципе, этого года. В том числе очень популярно. Также посмотрите очень интересные цветочные принты и на жакете, и на блузе. Очень интересное. И именно смотрится хорошо на темно-синем цвете. Темно-синий цвет у меня с недавних пор вообще ассоциируется как классический черный. Вот просто безумно он мне стал нравиться. Я не могу понять почему. Так, здесь мы с вами видим блузки, платья, джинсовый комбинезончик, свитшот тоже вот интересного кроя, классический. Так, платье-футляр, пулувер вот такой вот классический, с полосочками, брючки, жакет. Ну, вязаный кардиган, они его называют. Из чего же он состоит? 88% полиэстера и 12% хлопка. Но очень интересный такой вот покрой. Знаете, такой вот он именно яркий. Поднимает настроение. Также тут мы можем увидеть вязаное пальто. Брюки, посмотрите, очень интересные, расклешенные, стрейчевые. Очень интересный классический покрой, дудочкой такой сделанный. Очень интересный, очень красивый и, в общем-то, неплохой. Давайте посмотрим его состав. Кому интересно, 97% хлопок, 3% эластана. Так, также мы видим с вами блейзер из материала букле. 100% полиэстер, машинная стирка. Ну, в общем-то, неплохо. Интересно смотрится такой загадочный. Очень интересно, конечно. Да. Так, что мы с вами здесь видим? Видим безрукавку такого классического кроя тоже. Брючки. Так, что же у нас с вами здесь? Ну, цветочные принты, понятно, классические тоже, безрукавка, джинс. Вот, посмотрите, хотела вас обратить ваше внимание на свитшот с цветочным принтом. Сейчас очень популярные стали и джинсы, и рубашки, именно... Тут, скорее всего, конечно, не выбито, не вышито, это просто нанесенное на одежду. А сейчас еще очень популярно, когда именно наклеивается, да, элемент цветочного принта на одежду, на рубашку, на джинсы, что было, кстати, очень популярно тоже в 90-е и 80-е, сейчас стало модным снова. Здесь также вот такие вот интересные брюки. Я вообще, в принципе, люблю сочетание и, вот, собственно, такой обуви, и таких брючек. Брючки, конечно, чина. Ну, чина, они мне нравятся, но, конечно, у меня есть похожие, пока я не буду покупать, но вообще очень классные. Вот они же есть и в черном, и в сером цвете. 98% хлопка, 2% эластана. Их, конечно, можно спокойно даже летом носить. Очень интересного кроя вот эта вот курточка. Коллекция, кстати, Rainbow. Из чего сделано пальто? 100% полиэстер. Ну, в общем-то, вот такой вот уже осенний писк моды, как говорится. Так, у нас с вами пошла коллекция Body Flirt Boutique. Здесь мы можем с вами ознакомиться с коллекцией платьев, в том числе и вечерних. Очень интересно. Очень популярно, сейчас остановлюсь на этом моменте, хотя в прошлых каталогах я уже тоже озвучивала, это блузы с рукавом воланом, да, я их еще называю дудочки, рукава дудочки.
очень красивый. Вот смотрите, это такой вот нежно-пастельный розовый цвет. Пятерочка 1790 рублей стоит, 100% полиэстер. Полиэстер, не хлопок. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас с вами здесь есть. Модные такие же удлиненные рубашки, слипоны. Слипоны, конечно, в этом сезоне практически на каждом втором я наблюдаю. Ну, на каждой второй девушке, естественно. Очень интересная безрукавка без подкладки. Посмотрите, как сделан такой вот дизайн, очень интересный. Значит, здесь 63% полиэстера, 33% вискозы и 4% эластана. Неплохой, неплохой такой вариант, конечно. Конечно, очень интересный и классический цвет. Опять же, темно-синий подойдет практически подо все. Так, следующее, что-то мы с вами затянули. Что у нас здесь? Ну, платьишки тоже такого casual style на каждый день. Так, здесь, в принципе, ничего нового. Интересные вот такой вот, интересные леггинсы. Я бы, наверное, вот из такого бы принта хотелось бы брючки такие, знаете, классические, прямого кроя. Было бы, кстати, неплохо, мне кажется. Очень интересный такой зимний вариант а-ля 80-е. Я бы себе приобрела бы. Так, здесь у нас с вами блузка. Вот как раз-таки речь о том самом. Бабочки цветные. Тоже неплохой вариант. Так, что у нас здесь есть? Платье, платье, блузы. Подробно останавливаться не будем. Кому интересно, можете посмотреть на сайте, опять же. У них очень большой выбор. Там можно даже подобрать и по разделам повседневные платья, вечерние платья, удлиненные, короткие, мини, там на любые случаи жизни. Очень интересный вот этот вот крой классический, тоже интересный такой принт. Очень классно, мне нравится. Так, что у нас с вами здесь есть еще? Ну, тут платьишки. Платьишки, платьишки. Так. Вот неплохое платье. Вот такого вот африканского, я его называю, стиля. Почему африканского? Потому что здесь очень много таких, знаете, ярких, пестрых красок. И, в принципе, ассоциация это почему? Потому что в Африке, вы знаете, да, что люди живут с темным цветом кожи в основном, и они носят, естественно, пеструю одежду, чтобы подчеркивать цвет своей кожи. Вот очень интересный тоже жакет. Прям вот мне очень он нравится. Я прям уже все присмотрелась. Стоит он 2950. Здесь у нас 64% вискозы, 32% полиэстера и 4% эластана. Он очень интересный такой. Вот посмотрите, в таком вот стиле милитари. Ну, посмотрим. Пока не могу ничего сказать. У меня есть пиджак от Bonprix, я уже очень давно, в общем-то, давно он у меня. Он из шерсти, поэтому, в принципе, я его не так часто одеваю, но в любом случае качество он свои сохранил. Так, что же у нас здесь с вами есть? Коллекция Rainbow. Это у нас такой классический стиль, BPC Collection. Двуслойная куртка. Угу. Так, давайте посмотрим. Очень большой каталог, конечно. Постарались, постарались. Брючки, курточки. Так, давайте посмотрим дальше. Классический стиль, куртки, брюки.
Здесь тоже BPC Collection. Смотрите, обозначены осенние мечты, осенние тренды. Клетка, полоска. Ну, это, конечно же, тоже классика. Она никогда не выйдет из моды. Никогда. Так, вот очень интересная блузочка. Платье. Цветочный принт. Так. Ну, в принципе, здесь все одно и то же. Курточка вот тоже неплохая. У меня когда-то была от Bonprix, кстати, знаете, такая куртка, вот прям похожего плана, только без вот таких пуговиц. Очень классная, она была, там был флис и шерсть. Очень она мне долго прослужила, но она прям такая тоже классического прямого кроя, офигенская. Прям вот, прям супер-пупер. Она была, правда, такого темно-серого цвета. Здесь, похоже, даже есть такой цвет, вот такой вот мягенький, мягко, такой мягкий, теплый. Ну, про цвет, конечно, не скажешь, что он мягкий, но теплый такой вот серый, серого оттенка, очень классная куртка. Мой любимый пуловер. Тут уже пошли пуловеры, рубашки. Уже ближе к зиме, но еще не зима. Так, что у нас тут с вами еще есть? В принципе, можно пролистывать. Вот, кстати, серия Джон Баннер. Пролистывать побыстрее. Но я пытаюсь посмотреть, что здесь новенькое из свитшотов. Потому что свитшоты в Bonprix — это, конечно, находка для любого шопоголика. Ну, либо для тех, кто любит свитшоты, потому что здесь каждый сезон такие свитшоты, которых, наверное, ни в одном магазине, по крайней мере, в России, в Москве, я не могу найти. Вот так. Ну, вот смотрите, интересная блузка. Не знаю, камера сейчас передаст, не передаст. Интересный такой крой со множеством разных вставок. Смотрите, здесь есть и молния посередине, и даже есть кружевная часть. Очень интересный дизайн. Так, что же у нас с вами здесь есть? Курточки. Так, пальто. Тоже у нас спортивный стиль пошел. Можно посмотреть. Обувь Bonprix. Кому интересно. Но я, честно говоря, в Bonprix особо обувь не покупаю. Не знаю почему. Наверное, пару раз брала. Честно говоря, не очень хорошего качества. Была, по крайней мере, обувь. Сейчас не знаю уже. Может, сейчас получше, конечно. Кто знает? Кто знает, пишите, кто брал. Вот. Тут тоже нижнее белье. Детская мода сейчас, скорее всего, будет. И мужская. Так что присмотритесь. Может быть, вас тоже что-то заинтересует. Что-то в этом каталоге детской моды нет. Странно. Обычно она здесь есть. В общем-то, вот так вот весь каталог коллекции сентябрь-октябрь 2017 года. Если вас что-то заинтересовало, переходите на сайт bonprix.ru и выбирайте. Ну что ж, всем хороших и отличных выходных. И поздравляю вас с наступающим Днем города Москвы. Всем пока-пока!